А кто пролом пойдет за свою церковь? А кто пойдет за близких, за родных, за брата, за сестру или за мужа? Ну кто пойдет защитою для них? А кто пойдет за тех, кто так устали, кто истомился? Кто их ободрит и на руках молитвы без сомнения проломе станет среди сложных битв? А кто утешит, когда брат изранен? Кто укрепит, сестра изнемогла? Как много тех, которые ослабли, разбиты челн крутые берега. Ну кто пойдет, кто выйдет на сражение? Желающих так мало среди нас, ведь для народа надо освящение. Но вот желание осветиться мало так. Хотелось бы горячую молитву, чтоб небо подавало свой совет. Но руки без сомнения кто поднимет? Из сердца удалит коварный грех. А кто утешит? Скорбь так томит сердце. Кто укрепит? Не бойся, мы с тобой. Молитву в небо вознесем все вместе. Придет Господь и подарит покой. А кто поднимет руки, как Моисею? Держали Ор и Аарон. Хоть было трудно, но стояли. Израиль был не побежден. Вот филистимлян, вот Израиль. И некому предстать пред ним. Идет Давид и побеждает, ведь Божья сила была с ним. Вот Илия желает смерти. О, Боже мой, я есть один. Но вдруг ответ. Еще 7000 я для себя их сохранил. А кто сегодня твердо скажет, иду в сражение и я? Но если меч, а где ж доспехи, чтоб защищаться от врага? Как много ныне враг поранил, уже подняться нету сил. Ты посмотри, как брат стенает, сестра измучилась в пути. О, полки Божьи, подымитесь, не дремли стража, ну-ка встань. Священники, в трубу трубите, левиты, песню воспевай. Господь пришел среди народа, осмотр израненных сердец. Иди к нему, пока не поздно, бальзам сейчас дает тебе. О, мой народ, услышь мой голос, я вижу сердце, как болит. Осмотр, осмотр и перевязка, и твоя внутренность дрожит. Я наклонился над тобою, пришел я ныне врачевать, чтоб приготовить ко сражению слова свои тебе сказать. Ведь впереди там будет трудно, и враг восстал, чтоб погубить. Но слышишь, в эту минуту тебя хочу благословить. Не умолела моя сила, своих я верных проведу. Лишь доверяй, я буду рядом, защиту дам тебе свою. А вы, левиты, воспевайте, уж очень близко мой приход. Священники, на стражу станьте и освятите мой народ. И вот сегодня я направил источник мой на место сё. Открой же сердце, я наполню, и тебе будет хорошо. Моя рука, она с любовью сегодня тянется к тебе. Касаюсь сердца, исцеляю, я утешитель твой в борьбе. Вставай, народ мой, подымайся, уж ожидают небеса. Еще сильнее со мной сближайся, нужна так сила для тебя. Я не оставлю и не брошу, через испытания проведу. Тебя купил ценою крови и в небеса к себе возьму. Слава Богу!